Захар Корчагин с радостью принял приглашение на праздник, посвященный Дню знаний. В этом году мальчик впервые сядет за парту. 1 сентября ждет с нетерпением. Захар, да, очень хочет идти в школу и говорит, когда же уже 1 сентября наступит, когда мы пойдем в школу. Я уже пойду с одноклассниками, с учительницей знакомиться. Папа Захара сейчас находится в зоне СВО. Сам первоклассник, несмотря на юный возраст, с будущей профессией определился давно. Когда вырастет, хочет стать танкистом. Это у него страсть. То есть танки – это у него все. Это как... Так что, когда бы не спросил он, я буду танкистом. Перед началом учебного года в Самарском дворце ветеранов вместе с городской организацией инвалидов организовали праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В гости пригласили 50 учеников младших классов. В программе праздника – игры мастер-класса. Также на площадке была организована фотозона. Гостей развлекали аниматоры. И люблю играть вот типа нардов. Да. И люблю также же гонять футбол. А мне понравилось тут все. И я хотела сказать спасибо за этот праздник всем, кто тут был. Особенно фотографам, аниматорам и особенно вам. Спасибо. Каникулы прошли, лето прошло. Где-то уже и отвыкли от школы, от того, что нужно снова сесть за парту. Наша задача – создать правильное настроение для детей, дать установку, что знание – это сила, что нужно учиться, но можно это делать весело, можно это делать с настроением, можно это делать радостно. После развлечений на свежем воздухе детей и их родителей пригласили в концертный зал. Перед гостями выступили детские художественные коллективы. Светлана Тимофеева, Петр Паламеев. События.